Ты что, нашел? Да, нашел. Ну и что скажешь? Сегодня 23 февраля? Ну да. Минутку. Поздравляю с 23 февраля. Да, я тоже. И, в принципе, что делать будем? Чё-чё, длинные пи... With my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance. With my hands, hands, hands above my head, dance together for me. Всем привет! Я тут, значит, сценарий написала, короче. Зашла на свой канал и вижу это. Вот это вот. 1000 подписчиков! Так, ребята, я прям целый год это все делаю просто для того, чтобы это получить. Я даже не знаю, вот. Ребят, давайте... Стоп, я... Я даже не знаю, как это назвать. Я даже вот с момента, когда я создал канал, мне было где-то 2 подписчика только. А сейчас, ё-моё. Ребята, вот теперь цель. До начала лета набрать 2000 подписчиков. Ну что, надеюсь, сможем. То я что, тут зря это делал всё? Ладно, ждём. Да, и кот Максвелл тоже ждет. Пока. Так, и нам осталось только написать эту команду самую, чтобы перейти в режим выживания, чтобы проверить. И... Повезло. Чего? Ребята, это просто как? Класс, да. Это идеально. Ставь лайк, если понравилось видео. Если ты не будешь у меня больше просить конфеты, то есть если ты будешь у меня просить конфеты, ты станешь кем? Пойдем покажу где. То есть кем? Таким же, как они. Вот как. Ой, мне надо бежать. А что, похоже? А что, круто, в принципе, получилось.
Несмотря на то, что это любимая песня Валевки. Странно. Спустя 3 часа. Мяу-м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 яу
Хансен, житель, несу тебе 22 свинины. Хорошо. Ага, окей. Иду, где ты, житель? Ой. Житель. Так, ребята. Это сколько у меня осталось? 2 штуки. Не-не-не-не-не. Ну такой торговый. Пойду лучше спать.